К другим темам. На месторождении «Заря» в Айхале готовится к началу алмазодобычи. Там уже вывезли 10 миллионов кубометров пустой породы. Горняки идут к кимберлиту. Глубина карьера сегодня составляет 100 метров. Сегодня здесь задействовано 14 единиц специализированной техники. Буровые установки, экскаваторы, вспомогательное оборудование. Штат в предприятии укомплектован. В карьере трудятся 126 человек. Сейчас на месторождении идут последние строительные работы. В 2018 году «Зари» планируют вывести 5 миллионов 100 тысяч кубометров пустой породы. Строительство объекта завершится в 2019 году. Тогда же здесь и начнут добычу алмазоносной руды. По рекомендациям института мы рассматриваем два варианта. Это глубина отработки 300 метров и 400 метров. С последующей добычей 15 миллионов тонн руды и окончанием отработки карьеры в 2034 году.